Впервые в мире театральную постановку на биткоины анонимного поклонника представит театр Trafalgar Studios в августе. Привлеченное криптовалютное финансирование позволит представить на фестивале World и в Edinburgh Fringe театральную постановку по пьесе английского драматурга Алекса Уотса «Silk Road. Как купить наркотики онлайн». История раскрывает тему опасности и манящей привлекательности неконтролируемого даркнета и его влияния на подростка, стремящегося найти свой путь в этом мире. На фоне новостей об экстрадиции правой руки основателя Silk Road в США не утихает интерес к захватывающей истории крупнейшего в даркнете анонимного магазина.